Сегодня Казахстан впервые отмечает День первого президента. Вот уже несколько дней в стране проходят масштабные мероприятия. Помимо спортивных соревнований и различных концертных программ, в городах Казахстана реализуются и социальные проекты. Предприниматели регионов премируют сотрудников, а акиматы выделяют средства для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и детей-сирот. 10 декабря 2011 года парламент Казахстана принял закон о внесении дополнения в закон республики о праздниках в Республике Казахстан, предусматривающий учредить государственный праздник День первого президента Казахстана 1 декабря. Закон был подписан главой государства 14 декабря прошлого года. Предложение о новом празднике выдвинула группа депутатов Сената парламента в преддверии празднования 20-летия независимости республики, аргументировав, что именно в этот день, 1 декабря, был избран первый президент, был установлен институт президентства Республики Казахстан. Теперь в стране еще один красный день календаря.